Доброе утро, малыши! В эфире наш «Покажи класс!» Если вы думаете, что я Степашка, то вы сильно ошибаетесь. Я веселый клоун! Степашка, тебя трудно не узнать, уши выдают. Надо было тебе звездочетом нарядиться. У них шляпы высокие, как раз чтобы уши прятать. А ты в кого нарядился? В незнайку. Не похож? Ребята, это мы со Степашкой просто к балу маскараду готовимся. Ребята и без тебя все про маскарады знают. Они столько видео прислали в красивых костюмах. Нам до них далеко. Ну, давай посмотрим. Давай. Позову. Позову мой солдат эту комнату, чтобы умывальника. А ты заметил, он не просто надел костюм мой до дыра, но и выучил стих и устроил целое представление. Да, наши конкурсанты такие. Они отлично продумывают свои образы. Вот посмотри на эту красную шапочку. Так. По малину сад пойдем, плесовую заведем, солнышко во дворе, а в саду топинка, сладкая ты моя, ягодка маленькая. И гимнастка, и певица, и сказочный персонаж, вот это молодец. Ну, не у всех, конечно, такая хорошая фантазия, как у наших ребят. Герои следующих видео надели на себя первое, что попалось под руку. Смотри. Наоборот, хозяева так здорово наряжают, что нам остается только Вот так костюмы. Особенно последний повеселил. Ну и в конце предлагаю выбрать самые красивые костюмы наших конкурсантов. Четвертое место присуждаем девочке Лизе, которая создает яркие образы из обыкновенных платьев. То ли дело помидор, оторвать не можешь взор. Я красивый, ярко-красный, у меня кафтан атласный, у меня кафтан бордовый, тонкий, нежный, новый, заглядишься на меня, все красивее, это я! На третьем месте Вера в образе принцессы. Пара-пара, снубычок, легколобку на бычок. Сонный мишка, лег кровать, только слово не хочет спать. Гора боли мотается, шлёст сраники, шлепакун. Второе место достается лисичке.
Я-то рыжая лисичка, буду всем вам как сестричка. Ну а победителем объявляем девочку Самиру в костюме ветеринара. Молодец! И костюм, и инструменты, и животные. Все предусмотрела. Будем брать пример с тебя. Да. Ребята, а у вас есть забавные наряды? Или, может быть, необычные таланты? Становитесь героями нашей программы. Снимайте свои видеовизитки и отправляйте на этот сайт. Да, авторы самых ярких, смешных, необычных и интересных работ получат призы. Пока, друзья! Смотрите канал «Карусель».